Наступил, пожалуй, один из самых важных дней в нашей жизни. Выпускной. Наша школа. Первый звонок, первая оценка, первая дружба, первая любовь. Мы повзрослели, и нам нужно идти дальше, но мы всегда будем с теплотой вспоминать родную школу, своих одноклассников и прекрасных учителей. Наши учителя. Вы научили нас всему. Вы терпеливо изо дня в день вели нас за руку к этому моменту. Теперь же никто не вызовет нас к доске. Никто не будет проверять домашние задания. Нам всегда будет не хватать вас. Мы стоим на пороге самых важных открытий в нашей жизни. Мы чувствуем ветер счастливых перемен. И мы во что бы то ни стало исполним свои мечты. Мы – выпускники. Яркий, веселый выпускной класс. Да, мы выпускники. Наша школа. Здесь мы дружили, помогали друг другу, вместе побеждали и делили горечь поражений, радовались успехам. Мы будем бережно хранить школьные воспоминания не только в фотоальбомах, но и в своих сердцах. В наших душах останется и мелодия сегодняшнего дня. Торжественная, яркая, с нотками грусти и сожаления. Давайте напишем ее вместе. Каждый из нас добавит в мелодию свою ноту. Благодарности, любви, верности, надежды. Для нас школа всегда была вторым домом, где мы учились не только наукам, но и жизни. Мы никогда не забудем наших учителей, школьные кабинеты, исписанные любовными признаниями парты, первую любовь, горы домашнего задания и крепкую дружбу. Мы так сильно стремились стать взрослыми, совсем не заметили, как это произошло. И сейчас нам уже не хочется прощаться со школьной партой, с учебниками и нашим классом. Так хочется к
крикнув: «Мгновенье, остановись!» Но время идет дальше, и мы понимаем, что этот прекрасный миг открывает нам двери в будущее к иным мгновениям, таким же важным и счастливым. Пролетели года, и уже для тебя раздается последний звонок. И другая девчонка с букетом цветов с мамой в школу учиться пойдет. Девчонка с букетом цветов с мамой в школу учиться.